Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка-крошка, плагин енот, мог. Как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, скажите, здорово. Здорово. Карта у нас пиццерия, а аниматроники гоняются за нами, и буду спамнить аниматроников не я, а подписчики. Где подвал? А внизу, я, да. Я уже. Кстати, они за мной не бегут. Идут, да? Отлично. Да. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И записываем классные рубрики. А чё они не... А, идут! Да. А, вот они наши родные! Она что, за мной? Нет. Говно! О, нет. О, Мок, молодец! Самых прохаванных взял. Эти аниматроники очень классно знают эту карту и не будут застревать нигде. Ой, это мои уже. Чики немножко как-то застряют везде, что ли. О! Понятно. Отлично, фиолетовый чили-пиздрик пошёл. Чё, они побежали? Да, побежали вниз. Там уже они в подвале обосновались. Да? Никого не... А, вижу, да, ходит. А я попробую перепрыгнуть двойным прыжком. Отлично, ребята, сработало! Сработало! Быстрей! Прощайте! Нет, не прощайте! Отлично, двойной прыжок меня выручил, это просто было имбово и легко. Они знают эту карту очень хорошо, прям стихами заговорил это я. Плохо, то, что они знают. А я могу зашкериться так, они меня не достанут. Прям на них побежал. Ля-ля-ля! Класс. Оп. Оп. Чё? Оп-оп. Двойной прыжок. Ой, на голову кому-то. О, я спрыгнул. Тут два аниматроника застряли. Ладно. Ой, двух аниматроников вам вытащил, пускай идут за вами. Давай, вытягивай. Я знаю, что его можно. Отлично, Фредди умер от Боньки, все по-честному. А-а-а, какая крыса тут. Там плохо. Ого, тут туманище, он сюда не сможет, да, зайти? Отлично. Чё? Посмотри, давайте вы на кухню, тут, короче, картошка пригорела у кого-то. Картохи никто не хочет? Хочу картохи. Да, иди сюда, пахнет картошкой. У меня уже клиенты бегут, Димас. Да, видите, тут горелая картошка? Готовят. Нам не нужно горело. Эх, не повезло, пацаны, кому-то. Хватит, прохожу. Вот еле. А я в подвале, мне тут хорошо. Давай, прощай. Я побежал. Блин, тебе повезло, ты живой остался. Давайте я тоже попробую. Бежал с тобой. Почему двери нельзя закрыть? О, отлично. Это, знаете, каждому по одному. 51 на 100. Поэтому 5 штуки ставим. А надо 6, но будет 5. О. Я залез! Димас, иди в подвал! Да? Ты мне специально позвал в подвал, чтобы я умер? Да, зарезать тебе решил. Давай сюда. Я иду. Да блин, это подлюка меня убивает. Залезайте ко мне. Давайте на синоболе. Ой, красота! Красота, молодец, ты классную нычку нашел. Они, кстати, бегают, но не за нами. А, за мной уже. Короче, знаете, это, пацаны, база отдыха. Мы можем туда зайти сюда и передохнуть. О, прыжками не убили. Так, это так законно, что ли? Да. О, давайте этих не удаляем. А, Павел злой. Не, давай крошка-крошка, фигач ты. Еще 5 штук добавляй. Сейчас очень жестко. Давай. Блин, это читерский. Ой, он быстрый. Пацаны, прощайте, я самоубийством занимаюсь. Это обстоятельства пошли. Ой-ой-ой, ты псих. А он на столике даже залазит. Обстоятельства. Я даже не знаю, чего лучше убереть, от марионетки или твоего вонючего шара. От вонючего шара. Не надо, вонючий шар. Не хотел я этого делать в этом ролике, ну придется, пацаны. О, я поставлю, знаете, кого я сейчас. Титановую, Димас. Я читер. Ой, что-то было. Призрак в Гаррисмод. Пацаны, смотрите, кто там. Нет, это не то. Не то. Я помню, я вроде находил оружие против таких кабак, как их. А если на него это... Вы знаете, что я поставил? Это я поставил NTT, а не NPC. Они не могут бегать, они телепортируются. О, жестко. Да, отвернись, а ты отвернись. А, блин! А жопа испугала меня. Поздравляю. Блин, и смотри, зациклилась анимация у нее. А, не, нормально.
А, накинула мне скриншот. А, не, убила. Скриншот. Они злые. Они очень злые. Хорошо, я их удалил. Я их удалил. Хорошо, давай. А, не, еще есть. А, нет, уже свет пошел. Смотри, кто у меня там под ногами ходит? Не знаю. Давайте я еще поставлю, ладно, другие. Хотел пошутить, но это было жестко очень. NPC-шка. О! Самые мои любимые чилипизлики. Ай. Секундочку. Зарезали в коленку. Ножиком? Да, ножиком. Боюсь не прыгать. А че вы боитесь прыгивать? Все, больше не буду. Аж подлагивает чуть-чуть. Я пошел вниз, пацаны. Не ого, их что их так много за мной? Пацаны, мы не так не договаривались. Так, сюда, сюда. О, я знаю нычку нашу классную, я тут буду шериться. Вот так вот. Они бессмертные. Да, их не убьешь. Это читерские. Только умереть можешь или выживать долго. Угу. Они влазят в будку. О, чё они ко мне все агрятся? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пацаны, а идите ко мне сюда в подвал. А я тебе не скажу. Ой, ой, позастревали чилипиздрики. Я не могу, я каждую серию их использую, они мне очень нравятся. Только не собачьи. Не, ну собаки. Кстати, знаете что? Эти собаки убиваются. Их можно убить. Ой. Ой, а, кто-то... Вы слышите эти, как звук трупейшенов? Кто-то щелкает, как вся... Да. Семочками. А, они даже со стола в тебя убивают. Ну да, они могут прыгать. От них не убежать. Да, я, значит, вообще убегаю. Вообще убегаю. О, идут, идут. О, он головой видел, как делает? На тебе кишки из жопы. Окей, ой, ой, он за мной идет. А чё он такой быстрый? Эй! Они ещё прыгать умеют, как я понимаю. Они очень высоко прыгают, это жесть. Ого, он съел. И фиолетовые челики, и эти собаки. Кидают назад. Ой, ой. Кидают. Слышь, бомж, не бей меня. А! Блин, тот, короче, мне дал леща, а этот мне ножиком в спину зарезал. Это было жестко. А ну попробуйте его убить. Админский пистолет там мочится. А ну давай. Нет. Хорошо, хорошо. А ну вот этот. Вот этот мочится. Они стали титаны. Нет. Мне кажется, их мы их раньше могли убивать. А вот этот. Походу, админский пистолет обновили. Или вот этот. Ладно, ладно, ладно. А вот это, морда. Блин, они не убиваются, вот, ребята. Во, вот этот убивается. А! Нет, не убивается, да? Или убивается? Еще раз. Жестко вообще, чика. Блин, они не хотят мочиться. А вот это, вот этой точно убивается, а ну. О, все, убилась. Пацаны, ну что? Идет, грядет война. Ой, блин, сам себе убило. Сейчас, ребята, мы их много поставим, потому что... Ой, прикольную музычку делают, мне очень нравится. Давайте в туалет еще лупанем. Чтоб никто не скрылся нигде. Ай. Везде, везде ставлю их. Мужик, главное посетить стола вставить. Или что они там с тобой делают? Крошка, крошка, научись пользоваться автоматом. Обстоятельства. Обстоятельства, понял. Ай. А, я нашел оружие очень. Пацаны, спускайтесь в подвал, тут два штуки я поставил. Ого, две штуки. Это же круто. Спускаюсь. Всем нравится, когда вакханалия какая-то происходит, веселая при том. Ух, тысяч. Офигеть, сколько штук их тут. Ой, я чуть не упал. Эй, вы что за мной бегаете? Мочите их, давайте оружку возьмем, просто постреляем по ним. Мощно какой. О, монетка.
О, это было читерски очень. Это оружие может убить даже скромников. Тогда. Вот то, что я сейчас нашел. О, давайте еще вот так сделаем. Ой, Дим, фокус со своим мощным оружием. Ой, красота, все в тумане. Вырвался. Димас, я нашел пушку, которая всех убивает. Так ты и так всех убил. Даже бессмертных. А, точняк. Ого, землями. Ой, ой. Ой-ой-ой-ой. Опасно. Бум! А, просто бум! Ого, у меня что-то какие-то анимация, какое-то говнище тут. Да. Да, ты видел тоже, да? Да-да-да-да. Круглые штуковины летают в воздухе. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!